Забыл про поговорку «тише едешь, дальше будешь». Таксист на улице Украинской. Мужчина на узкой дороге решился на обгон и врезался во встречную «Ладу». Вероятный виновник уверен, девушка-водитель «ВАЗа» тоже не без греха. В ситуации разбирался Сергей Пичугин. Одно место, да, вот здесь. Все, осыпь здесь вот у вас. В принципе, осыпь здесь вот. Видите, краска. Оба водителя показали инспекторам место удара. По нему споров ни у кого нет. По словам таксиста Сергея, он вез клиента, ехал от вокзала к новостройкам в Чистых прудах. На улице Украинской решился на обгон и на встречке протаранил 14-ю. Начал обгонять машину, уже обгонял и выскакивал. Ну что, это полоса была свободная и выскакивал. Без фар вообще, ну то есть не включено. Она ехала, наверное, 60-70. Ну все, я хоть я убирался, она на тормоза, ее начала тащить вот в эту сторону. Я хоть думал, она это уйдет туда, в сугроб. Остановился, и она юзом-то все равно в меня влетала. По словам девушки-водителя ВАЗа Марии, со схемой ДТП она согласна. Не согласна она только со словами таксиста о выключенных фарах. Я ехала по своей полосе, и водитель такси начал обгон мне навстречу. Он потом начал выворачиваться и совершил столкновение. Вы ехали с включенными световыми сигналами? Есть свидетельница, у него было в машине. Что вы с фарами ехали? Да. Понятно. Пострадавший? У меня нет, у него тоже. На Рено повреждены обе двери и крыло. На Ладе тоже несколько элементов. Есть еще и скрытые дефекты. После аварии оба водителя уехали на разбор ДТП в управление ГИБДД. Сергей Пичугин, место происшествия.